но пока горожан просят на лед не выходить. И синоптики подтверждают, каток не превратится в большую лужу, поскольку в Димитровграде с начала этой недели обещают морозную погоду. Антициклон пришел из Арктики. Уже во вторник ночью и днем синоптики обещают похолодание от минус 7 до минус 12 градусов. Причем морозы постепенно будут нарастать. Можно сказать, что наконец-то пришла зима. Вот только снега для второй декады декабря маловато. Высота снежного покрова сейчас 2-3 сантиметра, при норме 10. И осадков в ближайшие дни не обещают.